Отходящие газы от камеры полимеризации, где происходит спекание ковра и получение физико-механических свойств, попадают через двухходовой фильтр, где происходит очистка от взвешенных веществ. После этого так называемый ковер попадает в камеру сгорания, где происходит дожиг. На данном этапе можно избавиться от вредных веществ, в частности от фенола и химических ядов, которые попадают в воздух в процессе производства. В результате введения ее в строй уже предприятие выбрасывает на 120 тонн меньше загрязняющих веществ. И к 2024 году, по итогам 2024 года, они уменьшат выброс примерно на 29-30%. Челябинское предприятие установило две системы очистки воздуха с помощью дожигания газов. За 4 года такой комплекс мероприятий снизил выбросы на 22%. В проект вложили порядка 143 миллионов рублей. Мы дополнительно работаем отдельно по сокращению не только выбросов СО2, но еще сокращению отходов, энергоресурсов. То есть у нас отдельно есть дорожная карта, которая разработана 2030 года. Планируем выйти на 30% по сокращению СО2. Современные системы очистки газов установлены в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Дополнительно предприятие Челябинска участвует в региональном проекте по очистке воды и озеленению города. Татьяна Лаврова, Ксения Шитлина, Андрей Грищук, 31 канал.